Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу капелька 3М. Брус разложили. Щебеночка подсыпана. Все. Начинаем. Приступаем. Продолжаем монтаж. Собрали брус. Установили по плоскостью, по уровню, обшили торцы, полностью собрали каркас, закрутили нижний конек наверху. Все, перекрываем, дверь, форточки, нитки даже уже повесили, систему подвязки. Пока поликарбоната нет, там потом будет жарко ставить. Все, продолжаем. Закончили монтаж теплицы. Теплица капелька 3М. Габариты 3 метра в ширину, длину 5 метров. Свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20. В дверях торцах 20 на 40. Полимерно-порошковым способом окрас. Коричневый цвет. По каталогу Урал 8017. Фундамент теплицы брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Соты поликарбоната защищены торцевым профилем перфолентой. Везде поликарбонат 4 мм, 0,8 плотности. Вверху конек. На торцах уплотнительная резинка, крючок, замочек. Здесь дверь цельная. Козырек над дверью. Дальний торец. Форточка. В теплице установлены 4 нитки системы подвязки. Укосины для большей жесткости конструкции диагональные. И колышки. Крепление к основанию земли. Все четко и надежно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!